Всех приветствую. Очередная биметаллическая монета стран мира. Казахстан. Монета номиналом 500 тенге. Выпущенная в 2009 году. И монета эта получается у нас четвертой серии монет «Космос». Монета биметаллическая, выполнена из двух металлов. Центральная часть тантал. И наружное кольцо, выполнено из серебра. Вес монеты 41,4 грамма. Диаметр 38,61 миллиметр. Центральная часть имеет такой сиреневый оттенок. Не очень хорошо видно. Видео не передает, к сожалению, этот оттенок. Насколько монета красивая. Ну и посвящена эта монета экспериментальному полету в космос. Аполлон-Союз и Союз-Аполлон. Совместный полет американцев и США и Советского Союза. Так правильнее будет она сказать. Советский корабль «Союз-19» и американский космический корабль «Аполлон». Полет этот состоялся в 1975 году. Известен он как рукопожатие в космосе. То есть отношения были тогда, как и сейчас, напряженные достаточно. И вот этот полет как бы немножко разрядил ситуацию. Прилагается сертификат, уже показывал его, к этой монете. На трех языках: казахский, русский, английский. Данная монета четвертой серии монет «Космос». Гарантирует пруф качества этой монеты. Платежное средство в Республике Казахстан. То есть пойти можно что-то купить на 500 тенге. Монета номерная, 2758 номер, из общего тиража, тираж указан, 4000 экземпляров этой монеты, ну и различные параметры данной монеты, 500 тенге, серебра 14,6 граммов, тантала 26,8. Диаметр 38,61. Ну и тираж 4000 экземпляров. Монета очень тяжелая, как и все предыдущие из этой серии, которые я уже показывал. Предыдущие три монеты. Тоже все, как и прошлые монеты в коробке. Вот так вот вставляется сертификат. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Удачи. До свидания.